Иду на следующий. Иду и продвигаюсь. На нас в комнате. Это фэншуйный аквариум. Вот наша плитка, кусочки плитки, мозаика, клей, макинтоши, аквариумы, коробка с мозаикой. Я ее беру. Нежно подношу. Вот наши рыбки. С чипом. Наша кошечка. Цвет самовыражения. И продвигаюсь к Евгению. Бежи, Евгений. Опять отмеряем и режем. На самом деле, это не так сложно. И очень удобно на стельке. Да, главное втянуться. Это дело. Да. Девчонки как делают мозаику. Берут пример с головы и ваяют. Вплоть до того, что сами делают мозаику. Да, у нас в первый раз еще был толстый слой клея. Чуть надавил, она плывет и выдавливается наружу. Да. Конечно же, недопустимо. А вот этот слой нормальный. То есть я уже прижимаю, так сказать, не слабо рукой. Ну, в моем понимании. Да. И она... Эть. А ведь прижать все равно нужно. Ну, конечно. Мы не хотим, чтобы она отвалилась. Прижать надо. А головешка съехала. Вон. Немножко вверх. А не нужно крестики подать? А чем крестик ставить? Крестик нет смысла ставить никакого. Да что ты? Абсолютно. Ну вот. Вот такой уже наклеили стоечку. Нашу парки. Не закрывай ее. Это уже хорошо. Уже наклеить. Это пойдет закругленько.